Бывший министр здравоохранения Валерий Кожевников назначен главным врачом республиканского наркологического диспансера. К своим обязанностям он приступил с 1 ноября. Прежде медучреждение возглавлял Андрей Михеев. Напомним, Валерий Кожевников, возглавлявший Минздрав Бурятии рекордные 15 лет, покинул пост этой осенью во время первой волны отставок и назначений, произведенных главой Алексеем Цыденовым. Кожевникову была предложена московская должность заместителя главы полномочного представительства Бурятии при президенте России. Однако от данного поста и переезда в Москву Валерий Кожевников отказался. По информации Байкал Дейли, по причине семейных обстоятельств. А бывший министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков будет читать лекции и вести практические занятия на курсах повышения квалификации для работников государственных и муниципальных архивов Бурятии и Иркутской области. Такие межрегиональные курсы для работников архивов пройдут в Улан-Удэ впервые. Курсы повышения квалификации пройдут 66 специалистов Бурятии и Иркутска. Кроме теоретических и практических занятий, слушателям будут представлены новые формы работы Госархива Республики.